Всем привет, друзья, вы на канале Посмотри на игру. И сегодня мы с вами играем в Ice Lakes. Зимняя рыбалка. Опять будем играть в старт пока. К турниру, я думаю, мы еще не готовы. Чуть-чуть подкопим монет. Купим нормальные удочки, снасти. И пойдем уже на турнир. После турнира пойдем в онлайн. Кстати, я сдал все экзамены. Сегодня будет стрим по русской рыбалке 4. Подписывайтесь. Так, в прошлый раз мы ловили на лесном озере. Сейчас мы пойдем на лесные острова. Будем каждую карту пробовать. Все по очереди. Так, общий вес, простая рыбалка, количество. В прошлый раз мы ловили на... По-моему, три крупнейшие рыбы было. Так, что сейчас выбрать? Общий вес, простая рыбалка. Ну, просто рыбалку нет, неинтересно, ничего не получим за это. Так, только корюшка, окунь, бас. Блин, может на общий вес играть? Так, давайте сыграем на общий вес. Так, зима, вечер, 15 минут, рыбацкие острова. Старт. Надеюсь, в прошлый раз мы, по-моему, третье место заняли. Так, я здесь... Первый раз на этой карте, поэтому куда бежать не знаю, где более-менее рыбные места. Я думаю, сесть надо на глубину. А, подождите, кому это на... А, общий вес. Прикинь, забыл, блин, кто я нажал общий вес или... Я сяду прямо тут. Пина, глубина 40 метров. Так, сначала пробуем на эту, а потом поменяем на другую. Так, опускаем на дно. Так, погнали. Ну, ловить рыбка большая, маленькая. Я надеюсь, сегодня мы тоже займем призовое место. В одном месте сидеть не будем. Постоим тут. Пойдем дальше. Кто-то бурится возле меня. Что-то поклевок-то нету. Так, ребят, если я неправильно что-то делаю, пожалуйста, напишите в комментариях. Прислушиваюсь постоянно ко всем советам. Может, быстро я делаю? Помедленнее надо, может. Блин, клевал уже, да? Вот. Проморгал поклевку. Так бы первая была бы. Так, время уже 12 минут осталось, ё-моё. Надо менять. Доставать и менять. О, есть. О, ребят, что-то крупное. Тяжело тащится. Так, надеюсь, что реально крупная. Что у нас общий вес? Это у нас щука, 542 грамма. Неплохо, неплохо. Первая щучка.
10 минут на этом месте постоим и пойдем на следующее место, поменяем наживочку и попробуем в другом месте. Давай, 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 где ты там, рыба? Пора клевать. Есть. Так, тоже, похоже, что-то крупное. Ну, вот до 500 грамм. Даже, наверное, поменьше. Щука потяжелее шла. Что же там? Карасик 217 грамм. Так, я думаю, пора менять место. То за 5 минут 2 хвоста, это очень мало. Немножко пробежимся подальше. Главное так, чтобы мы потом успели добежать. Так не сильно много времени тратить на то, чтобы добежать до стартовой точки. Так, мы сейчас вот здесь вот сядем. Я думаю, что-то здесь должно быть. Так, у нас общий вес где-то 800 грамм в общем вышло. Но это очень мало. Так, у меня есть еще вот друг рыбалка. Угорь, кумжа, лосось, судак. Все, вот ее ставим. Судак, он здесь обычно самый крупный, наверное, должен быть. Ну, судя по первой карте, потому что там он клевал крупненький. Блин, подсёк же. Нет, там ничего нет. На самое дно опустим. Есть. А плохо то, что в этой игре можно только одну удочку ставить, но может дальше можно будет 2-3, так было бы ништяк, две лунки сразу. Так, ну здесь походу судак клюнул. Уголь 392 грамма. Маловато, маловато.
есть четвертая. Что, опять тоже уголь? Вот нам бы сейчас удочка поймать бы, блин, килограмма на полтора, было бы вообще офигенно. Или щуку. И кто там у нас? Опять уголь. Ну, это уже неплохо, 126 граммов. Это один уголь, короче, на эту клюет. Так, поменяем, может, все-таки щучку какую-нибудь выловим. Так, ну маловато, маловато веса. Даже в тройку не вводим. Надо покупать новые снасти. Новые блесенки. Вертушки, что там, мормышки. Так, а может попробовать на опарика покидать? Да нет, наверное. На опарика будет всякая плотвичка клевать, наверное. У нас времени осталось 4 минуты, плюс 1 минута нам добежать. Здесь чуть тяжелее. Щука, 839 грамм. Огонь, огонь, огонь. Так, 3 минуты у нас на все. Еще бы два хвоста, было бы вообще хорошочно. Блин, щурить, солнце в глаза светит. Прям как реально на улице стою рыбачу. Давай, 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 клюй. 2 минуты. Ух ты ж, блин, хорошая поклевочка была. По-моему, последний хвост. Карай золотой. Нифига ты меня спас. Килограмм 300. Он по-любому много чего порешал сейчас. Так, минута, пожалуйста. Давай еще один такого уже, блин. Все, уже предлагают вернуться в стартовую зону. Но мы не сдаемся до последнего. Последняя рыба может быть решающей. Но она не клюет. Блять. Извиняюсь. Я извиняюсь. Вот почему вот так вот долго они достают вот это вот все.
Блин, пора бежать, пора бежать. Я не успею. Все, можно бежать уже. Даже если что-то сейчас клюнет, мы просто не успеем вытащить. Но даже если вытащим, то не успеем добежать. Рискнуть, не рискнуть. Или все, пора сворачиваться. Я думаю, пора бежать, все. Ни хрена, вы видели, как загнула удочку? Я подсек. Оборвана леска, вот блин. Давай, все, быстрее, сворачиваемся. 40 секунд, ну быстрее. Почему вот это вот все так долго, а? 35 секунд. Я не успею добежать, походу, ребята. 29. Я не успею. Восемнадцать секунд. 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да ну нахрен. Ха, вот это вообще коры. Прикиньте, ребят. Просто вот рискнул и не успел добежать. Но мы бы на 10 месте были бы. Первое место 6600 килограмм. Ну ладно, не будем расстраиваться. В следующий раз повезет, будем раньше бежать. Так, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Дальше будет много всего интересного. Не забывайте, сегодня будет стрим. Так что подключайтесь. Все, ребят, давайте, пока. Увидимся.